За несколько минут до начала концерта она вновь, как и в первый свой выход на сцену, волнуется. Нужно успеть поправить макияж и прическу, проверить, на месте ли все наряды. Международный женский день для заслуженной артистки Пензенской области Марты Серебряковой – двойной праздник. Она отмечает и свой день рождения. И уже 8 лет проводит его на сцене киноконцертного зала «Пенза». В программе будут звучать, конечно, любимые народные песни, уже я называю хиты народной музыки, новые песни, которые еще ни разу не исполнялись с оркестром «Пенза», песни, которые написал для меня мой крестный, то есть это авторские песни. Также песни Александра Бардина сегодня будут звучать в оркестре, этого тоже еще у нас ни разу не было. Вместе с Мартой Серебряковой на сцене ансамбль народных инструментов «Губерния», который сопровождает певицу в первой части программы. По словам художественного руководителя, они долго репетировали, чтобы подарить зрителям самые яркие эмоции. Все мужчины, которые принимают сегодня участие в нашем концерте, так сказать, вот вкладывают все, что у них есть, накопилось, и хотят в этот день вот отдать всю энергию, тепло, душ своих, как раз подарить девушкам, женщинам. Не могу сдержать своей улыбки, наша встреча вышла во сне. Зрители также смогли услышать композиции в исполнении муниципального русского народного оркестра «Пенза». Концертная программа длилась около 2 часов.